Кофейная страшилка от кофейного рая. Вот к нам, посмотрите, что поступает. Какие машины. То есть до того загаженное, до того страшное, грязное. И вот, вот этим все... Вот этим все готовят людям кофе. Это просто срач, так называемый. Посмотрите. То есть вот так в кафе, ресторанах людям готовят кофе. За это еще деньги берут. Это, ну, называется свинство. Теперь посмотрим, какой водой все это готовят. Вот представьте, да, что там находится. Там не то, что срач. Понимаете? И вы ходите туда, и пьете, и едите, и платите за это деньги. Это вот отношение к гостям, то есть к вам, наши уважаемые люди. Поэтому внимательно старайтесь посмотреть, на каком оборудовании готовит вам ваш кофе или чай. Спасибо.